Проклятие. Лили в руках у этого ублюдка. И нужно начинать все сначала. Мы восстановили контакт с маркером. Наконец-то. Соединяйте. Себастьян. Себастьян, ты слышишь? Кидман. Наконец-то. Ты в порядке? Психопат все еще на свободе. Я запустил излучатель. Это замедлило гада. Но он все равно удрал. Лили у него. Она там одна, ей страшно. Я должен найти ее, пока он не сделал что-нибудь ужасное. Я совсем рядом. Я чувствую. Мы хотим найти ее так же сильно, как и ты. Ага, еще бы. Чтобы ваш дорогой эксперимент не провалился. Какая трагедия, столько времени и денег потрачено зря. Я говорю за себя, не за Мёбиус. Я много общалась с Лили во время тестов. Она хорошая. Я за нее волнуюсь. Ситуация сложная, но я верю в тебя. Соберись, мы должны спасти ее. Вместе. Да. Ладно, ты права. Спасибо за поддержку, Кидман. Всегда пожалуйста. Сейчас надо выяснить, куда он ее забрал. Он сказал, его зовут Стефано. Стефано. Поняла. Попробую найти какую-нибудь информацию. Хорошо. А я пока свяжусь с Анилом. Попробуем с ним вместе найти маньяка. Да, хорошо. Если нужна помощь, выходи на связь. И еще... Себастьян. Да? Удачи. Спасибо. Куда же он ее забрал? Кажется, я знаю, куда. Даже и не скрывается. Как будто провоцирует меня. Но если он хочет драки, он ее получит. Надо только туда добраться. О'Нил, это я. Вижу, излучатель стабильного поля работает. Скажи, что ты нашел ядро и уже идешь сюда. Увы, нет. Лили все еще у этого психа. Но я понял, где его искать. Ага, я тоже вижу. Я поймал сигнал из театра. Это в другой части города. Хорошо. Наверное, придется снова идти через сеть. Подскажи мне направление. Сейчас. Похоже, излучатель стабилизировал некоторые проходы. Ближайший к театру выход – Т5. Не знаю, с чем ты там столкнешься. Будь осторожен. Да теперь меня уже ничем не удивишь. Так, глава 6 на охоте. Так-с. Что у нас? Через сеть, да, надо идти? Пойдем. Там что у нас? Оп. Отлично, подсумок для шприцов. Это как раз пригодится, я думаю. Нейлоновый подсумок для переноса дополнительных шприцов.
так по краю там пробежался. Что-то мне даже на время так подумал. Опять сейчас в текстуру провалюсь. Так, надо будет прокачать ему выносливость. Что-то он так устает. И восстанавливается долго. Роемся в мусорке. О, топорик. Ничего так. Фигу выпить. Итак. Надо пройти снова через сеть. Так, что нам? Нам D5 надо найти. Давайте искать. Оп, сигнал. Так, и что он нам даст? Подсумок пистолета. Здорово. Должно быть, это проход, о котором говорил О'Нил. Так, это нам О'Нил открыл? Или кто-то? Карта. Лили, о, это место сводит меня с ума. А как меня она сводит? Ты бы знал. Такс. Ну давайте взломаем. Отлично. Блин, здесь нет патронов. В снайперке 2. Здесь 2. Ну что, у нас есть, если что, топорик. Один удар можем нанести сразу. Убийственный. Так, что здесь у нас? Экс. Зеленый гель. Отлично. Для пистолетных патронов. 3 из 5 уже найдено у нас. О, нет. Как же я тебя не заметил? Давай. На, держи.
Вот и все, друзья, патронов ноль. Есть только арбалет. Два патрона снайперки. А там я слышу... кряхтят. Кого-то там пожирает. И даже две штуки целые. Как же вас урыть-то? Как так-то? Ой-ё! Держи. Быстрей, быстрей, быстрей. Yes. Один есть. Быстрей, быстрей, быстрей. Давай-ка. Отлично. Вот и пинок сработал. Вроде как. Тут была бочка, блин. Но у нас патронов нету, чтобы поджечь. Давайте ее на всякий случай. Да что тебя? Как тебя опрокинуть-то? Черт с этой бочкой, с этим все равно уже покончено. Так, тут у нас заперто. Фонарик. Здесь лампочка перегорела, походу. О, что это за чертовщина? Да, какая-то белая фиговина на стенах. Опа-на. А по ней он медленно ходит. Пусто. Да чтоб тебя. Послушай, что ты говоришь, Мира. Лили жива, просто ее похитило тайное общество. Ты понимаешь, как это глупо звучит? Но это правда. Как ты не понимаешь этого? Я знаю, что с этим трудно смириться, Мира. Но она умерла. Наша девочка умерла. Но я могу доказать это. Смотри. Мира, ты зациклилась. Тебе нужен отдых. Потом это пройдет, и ты смиришься. Нет.
Я никогда не смирюсь с этим. Если не хочешь мне помочь, я сама узнаю правду. Мира, ты была права. Так, реликвия прежних времен, понятно. Да, жена была права, она все знала. Я вижу это сейчас. Она все знала. А ты, Себастьян, не верил. Даже в первой части, в дневнике, когда мы находили, жена писала то, что она нашла, разгадала тайну исчезновения Лили. Что не все так просто. Да ну нафиг. С патронов-то нет. Жесть, блядь. Господи боже, ничего себе тварюга. Может, удастся проскочить мимо? Да, 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 надо как-то проскочить. Такс. Как она заметила? Воу-воу-воу-воу! Ох ты! Жесть, 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 жесть! Блин! Ах ты, не пропускает меня! Своими брызгами тут. Ну как-нибудь. Беги, 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 беги. О, черт. Застрял, блин. Давай, давай. Захватим. Че, убежали? Надо отсюда убираться. Или фигушки. Я думаю, не все так просто. О! Загадочная кивающая статуэтка. У вас такое ощущение, что вы уже видели это раньше, но никак не сможете вспомнить, где и когда. В любом случае, выглядит эта вещь очень круто, и вы решаете оставить ее у себя в кабинете. Это ж Вольтек из Fallout'а. Отсылочка на Fallout. Прикольно. Да чтоб тебя, а? Чёрт! Грёбаное место должно было быть стабильным. Фу, ну хоть задумано было, что патроны не тратить.
Это радует. А то бы я не знал, что делать. Здесь тоже все постепенно рушится. Не знаю, как долго тут все продержится. Так, дверь заперта. Можно взломать там дверку. Шкафчики не открываются, не открываются. О, убежище. Кто-то следил. Лили. Кто-то собирал информацию о ней. Не с места. Ты из Мёбиуса, да? Я... Заткнись! Ни слова! Ты не из наших. Да, точно. Меня прислала Кидман. Слушай, я пришел помочь. Меня зовут Себастьян Кастелланос. Ты врешь. Себастьян Кастелланос мертв. Что? Нет. Кто тебя наплел? Повернись. Медленно. Ты Юкика Хоффман. Откуда ты знаешь? Я же сказал, меня послали найти мою дочь Лили. Ядро. Я говорю правду. Я знаю. Не понял. Нет микромимики, взгляд не отводишь, не переспрашиваешь. Так что уже понятно, что не врешь. Ясно. Ты штатный психолог. Приходится выживать, как умею. Увы, я не боец. Да уж, ты не одна такая. Прости, что угрожала. Привлекают независимых контрактников? Значит, ситуация лучше не становится. Ты нашел других членов группы? Да, но жив остался только Унил. Лиэм выжил? Хорошо. Ему удалось стабилизировать пространство? Большой излучатель включен, но тут все равно все разрушается. Думаю, все это из-за психопата, который похитил Лили. Он чувствует себя в Юнионе как дома и может всем управлять. Значит, моя теория верна. Это не просто разрыв соединения с ядром. Психологи стараются зря не использовать термин «психопат». Но в данном случае он подходит. Только клинический психопат может так воздействовать на Стэм. Психопатическая личность, пытающаяся с помощью Лили усилить себя. Самый худший из сценариев. Ты же спец. Как посоветуешь действовать против него? Психопаты асоциальны, лишены эмпатии, имеют садистские склонности. Их общее качество – патологический эгоцентризм. Их заботят только они сами. Можешь назвать что-то важное ему? Да. Он воображает себя художником. Только об этом и твердит. Может быть, нужно атаковать его через его работы? Уничтожить что-то ценное для него, выбить из равновесия? Я понял. Но сперва нужно до него добраться. Он прячется в театре. Ясно. Тогда тебе нужен выход D5. Это рядом, в соседней комнате. Соединим коммуникаторы, чтобы быть на связи. Я подниму свои файлы и проверю, нет ли там полезной информации. Мне кажется, мы что-то упустили. И, конечно, его будет очень сложно победить. Используй все, что может пригодиться.
Так, Лили считает, что я умер? Так Лили действительно считает меня мертвым? Или ты просто меня так проверяла? Мне очень жаль, но да, она так считает. Я сама так думала до сегодняшнего дня. Но я уже научилась с подозрением относиться ко всей информации от Мёбиуса. Было сразу видно, что ты не лжешь. Но почему они так поступили? Что же они за чудовища такие? Да, это плохо. Но подумай вот о чем. Для Лили менее травматично считать тебя мертвым, чем знать, что ты жив, но не можешь ее забрать. Да, наверное. Но что будет, когда я ее найду? Не бойся. В этом случае она поверит своим глазам. Психопаты? Если Мёбиус не отправлял в стэмп психопатов, как сюда просочился этот тип? Я не знаю. Перед помещением в стэмп каждый участник проходит психологическое тестирование. Мы втайне следим за всеми, чтобы уловить признаки психической нестабильности. Ага, с ним это не сработало. К сожалению, диагностировать психопатию и социопатию бывает очень сложно. Психопаты обычно умные и хитрые. Понимая свой диагноз, они ловко имитируют поведение в границах нормы. То, что этот человек нас одурачил, значит, что он действует умело и осознанно, и это хуже всего. Отлично. Значит, ваши тесты отсеивают только слабых психов. Вина за все, что произошло, лежит на мне. Это я разрабатывала тесты. Что-нибудь еще? Ты сказала, вы что-то упустили? Я внимательно изучила материалы по инциденту в маяке, чтобы избежать подобной катастрофы. Тогда виновный во всем и был ядром. Но пространство оставалось относительно неповрежденным. А здесь как будто что-то не так. О чем ты? Странные существа. Разрушение Юниона. Полная потеря связи с Мёбиусом. Это слишком много для одной личности. Пусть даже из силы ядра. Он говорил о ком-то... о человеке, который хочет завладеть ядром. Может быть... Нет. Об этом лучше не думать. О чем? Есть только одно, что может быть здесь сильнее, чем психопат. Но мне нужно сначала проверить эту гипотезу. Так, что-то все здесь запутаннее и запутанней. Давайте соберем лут. Ох ты, у нас три красных геля. Отлично. Так, можно, наверное, полечиться. А, надо было кофе выпить. Зря я это сделал. Так, электронное сообщение. Кандидаты на роль ядра. Всем заинтересованным лицам. Агент Гришем. Касательно Лили Кастелланос, первоначальное сведение. Идеальный кандидат на роль ядра должен обладать неограниченным эгоцентризмом, чтобы сохранять свою индивидуальность, даже поддерживая взаимосвязь множества чужих разумов. Исходя из этого, мы можем выделить два типа возможных кандидатов. Нарциссы с психопатическими наклонностями и дети. Все мы знаем, что случилось в последний раз, когда в стэмп попал психопат, поэтому лучше делать ставку на ребенка. Так, имея доступ к результатам стандартных школьных тестирований, мы смогли сузить круг поиска. Мы считаем, что нашли идеального кандидата на роль ядра в лице Лили Кастелланос. Результаты ее тестов показывают, что она не только обладает по-детски неограниченным эго, но и демонстрирует невероятную для ее возраста способность к сопереживанию. Мы отправляем ее к доктору Хоффман для дальнейшего обследования. Что, все-таки выпьем кофейку? И, наверное, давайте заглянем к Татьяне. Кстати, у нас есть слайд. Можно посмотреть.
блохастый там чешется. А? Так. Кидман, ответь. Я здесь. Когда я впервые увидел Миру, она была в форме. Кажется, я влюбился в нее сразу же. И не хотел себе признаваться в этом. После того, как ее ранили на задании, я уже больше не мог молчать. Она была такой замечательной женой и матерью. Я даже забыл, каким хорошим она была детективом. Она поняла. Она догадалась, что смерть Лили была инсценирована. То есть, что Лили похитили. Я должен был сразу поверить ей. Ты никак не мог вычислить правду, Себастьян. Сам знаешь. Так, киска, что-нибудь дашь? Отлично. Текс. Здесь-то что-нибудь новое появилось? Нет у нас? Так, двое сотрудников мертвы, двое живы. Остался еще один. Опа. Я раскопала кое-какую информацию про этого твоего парня. Стефано Валентини, художник. Да, это он, так и есть. Довольно колоритный персонаж. Кажется, ему никогда не удавалось добиться желаемого успеха. Где-то я такое уже слышал. О другом колоритном художнике, который не имел успеха. А потом начал Вторую мировую. Надеюсь, этот все же не такой. Может быть, но его все равно нужно остановить. Такс. Досье Стефано Валентини. 22.12.1985. Дата рождения. Место рождения Флоренция, Италия. Место жительства Кримсон Сити. Род занятий художник. Художник. От слова худо. Мебиус. Профиль. Касательно STEM. Кандидат 145. Имя Стефано Валентини. Для правдоподобной симуляции жизни в системе STEM не хватает творческих личностей. Несмотря на то, что кандидат 145 демонстрирует легкие эгоцентричные наклонности, их можно скорее объяснить его артистической натурой, чем проблемами с психикой. Проверка обстоятельств его жизни показала отсутствие ныне живущих родственников, которых обеспокоило бы его исчезновение. Комиссия по вербовке рекомендует кандидата 145 к внедрению в STEM. Все-таки внедрили его в STEM. Газетная вырезка из Crimson Post. Да, но искусство ли это? Автор Сьюзен Фай, 13 января 2015 год. Шок, отвращение, ярость, и это еще лишь некоторые эмоции, которые вызвала у публики индивидуальная выставка работ художника Стефано Валентини, прошедшая в городской галерее Crimson City. Реакция критики была еще более сильной, но совершенно по другой причине. Сам Валентини, очевидно, считает себя провокатором. Я же вижу в нем не более чем ремесленника скромного дарования, который в меру своего примитивного видения пытается вызвать полемику вокруг своего творчества. Свести женское тело к набору сексуализированных частей, этот ход мог бы сработать, если бы служили правильной цели. Обличение объективации женщины в современном обществе, однако Валентини ограничивается экзальтацией ради собственного удовольствия. Слова подобрали-то, блин. Так, еще. Журнальная статья. Почему для вас важно это фото? Это моя последняя работа в качестве военного фотографа. Этот снимок чуть не стоил мне жизни, но он-то и стал толчком для моего творческого перерождения. Он открыл мне глаза на тот факт, что даже в ужасе и унижении может быть внутренняя красота. Возможно, мне никогда больше не удастся сделать столь значительного снимка. Вы сказали, что он едва не стоил вам жизни. Можете рассказать об этом поподробнее? Ну, вряд ли вы не заметили, что у меня с глазом. Смеется. Внутри остался осколок, который врачи так и не смогли вытащить.
Они говорят, что он чудом не прошел в мозг. До сих пор иногда болит, но я не обращаю внимания. Это помогает мне сосредоточиться на том, что действительно важно. На красоте жизни и страдании. Это и есть основа моего творчества. Так, ну все, наверное, да? Здесь больше нет ничего. Что, давайте сходим к Татьяне. А еще верстак, надо заглянуть. Так, что можем сделать? Давайте патроны для дробовика. Ну, два. Два не ноль. Отлично. Болт. Одну аптечку можно сделать. Так, что у нас из улучшения? 160 всего. Угу. Так. Гарпунный болт. Давайте гарпунный болт. Особых деталей у нас ноль. Нужно взрывной болт. Отлично. Все, теперь... Нет, давайте-ка... Давайте-ка попробуем еще стрельнуть. Может, что выиграем? Погнали. Отлично. Фиолетовый-то. Тыкс. Так, 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 время, время, время выходит. Сорок тысяч всего. Черт. Всего 40 тысяч, и ничего мы не выиграли. Ну и ладно. Вы не можете надолго расстаться со мной, да? Конечно. Так, есть ли у нас ключи? Один ключик есть. О, патроны для дробовика можно забрать. Так, отлично. Что, попробовать прокачать ему выносливость? Так, стойкости и ловкости. Вот это. Так, с выносливостью это что? Увеличивает скорость восстановления сил и увеличивает максимальный показатель выносливости. Давайте. Так. Что у нас? А, не хватает чуть-чуть. Рефлексы у нас тут.
тоже 10 тысяч, нифига себе. Так, ну давайте туда скорость восстановления сил. 12 тысяч. Ну что еще нам хватит? Восстановление. 4 тысячи, 3 тысячи. На что не хватает? Здесь у нас что? Можно вот это открыть. Ни на что не хватает. Скрытность. 5000. 4. 3. Да. Ну ладно, что? Нет, так нет. Будем копить. Так, мы там еще не взломали дверь одну. Такс. Отлично. Посмотрим, что у нас здесь. Так, отчет 00532, отделение ядра. Касательно инструкции в случае отделения ядра. Первоочередная и важнейшая задача — вернуть пропавшее ядро. Отделение ядра даже всего лишь на несколько часов может привести к сбою в программном коде STEM. Если после отделения ядра прошло более 36 часов, в действие вступает инструкция, созданная для поиска и возвращения ядра. Данные инструкции предназначены только для сотрудников Мёбиус с допуском уровня Альфа и доступны только из службы поддержки сети. Так, детали. О, детали. Отличненько. Угу. Перезарядим. Похожий выход, да? Как она сказала. Так, есть. Дымный порох. Дымный порох. Погнали. Thank you.